45-летняя Ева Лонгория, Ива Лоунгория, проводит последние дни августа на море вместе с любимым мужем и сыном. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» порадовала фанатов, показав фрагмент своих материнских будней. Актриса до встречи со своим мужем Хосе Антонио Бастоном не задумывалась о материнстве, а активно строила карьеру. 2 года назад у звезды родился сын Сантьяго, появление которого изменило всю ее жизнь. Теперь Ева все свободное время посвящает сыну. Лонгория отличалась нестабильными отношениями с собственным весом, долгое время она то набирала лишние килограммы, то избавлялась от них. После рождения первенца Ева смогла обрести гармонию с самой собой. Она обрела фигуру мечты и тщательно работает над тем, чтобы сохранить ее в таком виде. На этот раз артистка похвасталась формами, примерив бикини насыщенного алого оттенка. Она отказалась от макияжа ради похода на пляж. Ева уже успела искупаться, и ее влажные локоны только добавили кадру толику соблазнительности. Лонгория держала на руках крошку сына, который восторженно улыбался, глядя прямо в камеру. Малыш явно был рад находиться рядом с мамой и купаться в море. Сама актриса тоже не смогла сдержать счастливой улыбки. «Повсюду одни улыбки», — лаконично и емко написала она в Инстаграм. Ева Лонгория призналась, что за время карантина успела отказаться от макияжа. Красавица-актриса искупалась в бассейне вместе с сыном. Звезда произвела фурор, представ в купальнике без капли косметики на лице.